Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую шоколадку Nestle Nesquik с начинкой молока и кальцием. Вот, шоколадка для детей. Также тут 100 грамм. Стоила она в районе 50 рублей по акции. И фотографии всего вот этого будет у нас в конце ролика. А сейчас давайте посмотрим, что же у нас там внутри, как она внутри там выглядит. Ух ты, как она открылась тут. Ух ты, барашки. Кстати, посмотрите, обратите внимание, с этой стороны есть рисуночки, видите? А вот тут вот совсем другое. Это, наверное, означает то, что она, может, оригинальная, не подделка. Сейчас тут даже какой-то... тут даже картинка есть. Смотрите. Тут даже картинка, что-то надо... ну да, для детей как раз узнать, какая здесь башенка. Здесь одна вот нарисованная, и ребенок должен найти вторую. У него, в принципе, похоже довольно. Ну вот оно. И это, в принципе... нет, вот это, да. И зайчик там нарисован. Ну ладно. Опа. Так она выглядит. Также напишите в комментариях, у всех ли одинаковый такой рисунок, или, может быть, он во всех шоколадках разный. Будет, кстати, очень интересно. Давайте ее попробуем. Опа. Вот, такая же прослойка, как, в принципе, нарисована на обертке. А тут сколько, смотрите, начинки много. Ну, надо же. И давайте ее попробуем. Мне кажется, она очень вкусная. Здесь прям так много начинки. По вкусу как будто обычный молочный шоколад с добавлением очень-очень много молока. Такой прям супер-супер молочный шоколад. Очень вкусный. Не приторный, просто немножечко сладенький. Очень приятный на вкус. Хочется его и кушать, кушать и кушать. Вкусный очень, я посоветовала бы. Хочется, знаете, даже немножко какую-то крошку печенья. Наверное, вот в это все. Как-то вот что-то вот не хватает немножечко. Давайте эту попробуем. Очень вкусная. Прям такое, да, чувствуется прям молоко, молоко, молоко. Советую. Ребенку, я думаю, можно такое покупать. Конечно, нужно еще посмотреть состав. Что там входит в состав. На него будет фотография в конце ролика. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, нравятся вам такие шоколадки, не нравятся, любит ли ваш ребенок такие шоколадки. Вот. И у всех ли на обертке есть такие рисуночки. Разные они там, не разные. Напишите обязательно, кто покупал. Вот, также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком отдыхаем, как мы с ним путешествуем, моему сыночку год и 9. Также кулинарные рецепты и много-много всего интересного на моем канале. И всем пока-пока!